Продажи юбилейного iPhone 10 стартовали в пятницу во всем мире, в том числе и в России. Желающие первыми купить смартфон выстраивались в очереди у магазинов заранее. В Москве у одного из салонов собрались более 200 человек, в основном молодежь. Несмотря на холодную погоду и ночные заморозки, они здесь пробыли более суток. Я сегодня на самом деле ночевала, то есть я вчера целый день простояла, и мне удалось поехать ночевать на 2 часа дома, я проспала. Вот. Очень рада, счастлива этому. В России iPhone 10 с памятью 64 гигабайта стоит 80 тысяч рублей. За модель с памятью 256 гигабайт придется отдать 92 тысячи. При этом в стране ожидают дефицита новых смартфонов вплоть до конца года. Поставки в Россию ограничены. Это реально очень хорошая вещь. Они никогда такого не делали. И их пришло ограниченное количество. И поэтому хочется побыстрее купить. Первым. Быть первым. Много желающих приобрести iPhone 10 нашлось и в других странах. Первые счастливчики-обладатели новинки уже появились в Пекине, Гонконге, Токио, Сиднее. На iPhone 10 стоит улучшенный процессор Apple A11 Bionic. Впервые смартфон этой линейки оснащен экраном, сделанным по технологии OLED. Кроме того, на юбилейной модели нет кнопки «Домой», а сканер отпечатков пальцев заменила новая технология Face ID, считывающая лицо пользователя.